Производственный семинар «День поля» прошел на площадке Уссурийского агропромышленного колледжа и собрал около 500 сельхозпроизводителей Приморского края и регионов Дальнего Востока. На мероприятии были представлены передовые технологии отрасли от ведущих сельхозпроизводителей. В торжественном открытии агрофорума принял участие зампред правительства Приморского края Владимир Малюшицкий. Рады вас приветствовать на этой выставке, форуме. Чтобы вы поделились здесь опытом, посмотрели новые передовые технологии. Сельское хозяйство – это очень сложный, но в то же время очень важный труд. Сельское хозяйство Приморского края последние годы показывает очень высокие результаты. Мы видим это и по высокой урожайности, и по увеличению экспорта сельской продукции. Ваш труд, он поистине важен. От вас зависит и социальная ситуация в крае, и экономические показатели. Но, как говорит наш президент, и зависит наш продовольственный суверенитет. Второй день форума превратился в экскурсионную площадку для детей, будущих специалистов отрасли. Посмотреть на новинки сельского хозяйства приехали более 500 учеников из 26 школ Приморского края. Учащиеся школ, колледжей, университета посмотрели всю линейку техники, которую мы будем и применяем, и будем применять. Здесь остались, мы не отпустили на второй день представителей компаний, которые приехали с юга России, западные компании, сибирские компании, поставщики семян, плюс научно-исследовательские институты, которые обеспечивают полностью технологиями, ведут селекцию семеноводства на территории Дальнего Востока. Ну и, конечно, основная задача у детей – это посмотреть предложения колледжей и университета для того, чтобы в дальнейшем выбрать себе профессию и прийти учиться в эти учебные заведения. В мероприятии также принимали участие ученики 19 агроклассов, которые продемонстрировали свои достижения. То, чем они занимались в течение всего года, им были выданы семена нашими научными организациями. И сегодня они провели такую большую научную работу по районированию тех семян, которые мы предполагаем использовать здесь у нас, на Приморском крае. Хотелось бы сегодня что? Чтобы ребята меняли свое отношение. Сегодня сельское хозяйство – это та отрасль, которая динамично развивается. И по Воловке оно, ну, в принципе, в стране занимает сегодня, ну, фактически первое место. Отрасль очень остро нуждается в специалистах, креативных, таких забойных, умных, которые готовы сегодня работать на благо нашей страны. Отметим, что во время форума за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие агропромышленного комплекса края почетной грамотой губернатора наградили тракториста Анатолия Суворина. Благодарность главы региона объявили механизаторам Сергею Блинову и Николаю Лабутину. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.